Кирилл Капризов забросил сотую шайбу в карьере в НХЛ. В эти минуты на стадионе PNC Arena в роли США проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Каролина Харрикейнс принимает Миннесоту Уайлд. Победа вытащила из Бермудского реестра 40% своего парка. Другие перевозчики пойдут на дебермудизацию при наличии средств на выкуп самолетов. Дзюба не перейдет, Торпедо, на игрока претендует другая команда РПЛ СМИ. Московская Торпедо не станет не подписывать контракт с экс-нападающим Зенита и сборной России Артемом Дзюбой, сообщает РБ Спорт. Месси и Роналду обнялись во время матча ПСЖ с командой Аль-Насра Аль-Хиляля. Нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард Аль-Насра Криштиану Роналду обнялись и пожали друг другу руки по ходу товарищеского матча, в котором парижане встречались со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии, Аль-Наср. Пустой маршрут. Экспорт «Газпрома» в Европу через Украину и по «Турецкому потоку» стремительно сокращается. Безопасности на каждом шагу. Сергей Лавров обсудил в Минске все тайное и явное. Как прошли крещенские купания в Петербурге 19 января 2023 года. В крещенских купаниях в Петербурге участвовала весьма разношерстная публика, и по возрасту, и по стилю. Автор Atomic Heart выпустит серию коротких мультфильмов о навыках из игры. В первом ролике показали умение «Стужа» игры на DTF. Студия Manfish также продемонстрировала игровое кресло в стиле своего экшена, на котором сидит одна из близняшек. Paradox представила Ash of Wonders 4, трейлер и скриншоты игры на DTF. Релиз игры состоится 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X, S и PS5. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!